последние дни уходящего года нам хочется как бы итог подвести. Дарована Богом была нам свобода, смогли ли хранить в чистоте мы пути, смогли ли любить так, как надо Иисуса, смогли ли мы ближних, как надо любить. Год прожит, а как? Ошибиться боюсь я. Смогли ли мы по совести Богу служить? Себя оценить очень трудно порою. К себе снисхождение в сердце у нас, а жизнь эту люди считают игрою, как будто другая есть жизнь про запас. Увы, каждый прожитый день не вернется, за каждый свой промах держать нам ответ. Поэтому строго судить остается себя. Был ли ярок для мира мой свет? Еще один год Бог позволил прожить нам, не просто прожить, а Ему послужить. Он был каждый раз благосклонен к молитвам, когда не стеснялись мы много просить. Да, Бог терпелив к нам, ведь Он знает все мысли, а были ли мысли все время чисты? Не знаю, как вы, ну а я в своей жизни о встрече с Иисусом лелею мечты. Поэтому хочется быть всегда честным, и жаль, не всегда получается так. Про нас все равно все Богу известно, и Он контролирует каждый наш шаг. Поэтому глупо носить свои маски, уж лучше покаяться, коль согрешил. Не надо сгущать перед Господом краски, спасение Он сам совершил. Но это меня честно жить побуждает, мне страшно Его еще раз огорчить. И вот Новый год к нам опять наступает, так хочется чистым в Него нам вступить, так хочется чистым в Него нам вступить. Слава Богу!